Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор вот такого вот удобного автомобильного фонаря. Честно сказать, когда моя жена увидела его, она сказала, хочу себе такой же. Вот. Ну, естественно, этот фонарик уже у нас есть в машине, пользуемся иногда по случаю. Почему? Могу рассказать и показать, что в нем такого особенного. Итак, помимо того, что это красивый такой стильненький дизайн, такой пластик достаточно... Ну, чувствуется, что это не совсем дешевый китайщина какая-то. Хотя произведено, естественно, это Made in China. Где он тут? Да, естественно, произведено в Китае. Вот такая вот есть удобная ручка, она же опора. Если вам вдруг понадобилось установить данный фонарь как аварийный сигнал. Вот. Размеры, можно сказать, данного фонаря. Максимально 20, высота максимальная 17, ну и толщина, сложно видя, получается 5 сантиметров. Итак, можно немножко рассказать про этот фонарь. У этого фонаря несколько режимов работы. Так, например, здесь есть вот такая кнопочка вкл-выкл, то есть нажимая на нее, мы получаем очень яркий фонарь. Пока не тестил, сколько он работает в таком режиме, но написано, по крайней мере, то, что он работает 8 часов, может работать до 8 часов. Вот. Второй режим у данного фонаря такой же свет, но менее яркий, что значительно продлит срок работы данного фонаря в рабочем состоянии. Дальше у нас есть вот такой аварийный знак, постоянно горящий. Вот. Следующий режим у нас получается постоянно моргающий. Вот стабильное такое моргание у нас. И вот такое моргание. Замирание. Вот. Ну, могу сказать, что качество исполнения, качество вот этого основного фонаря меня настолько порадовали, потому что нередко приходится на трассе ночью где-то остановиться, там, я не знаю, вытряхнуть снег из колес, осмотреть, по крайней мере, машину, не дай бог, там, поменять колесо, и начинается вот это с фонариком, с телефона, вот эта беготня вокруг, где плохо светит, плохо видно, неудобно его поставить, а этот фонарик также можно спокойно рядышком поставить, зафиксировать его вот так, и он будет вам освещать место вашей работы. Вот. Итак, в данном фонарике, насколько я в нем разобрался за время эксплуатации, можно сказать, что батареек у него нет, у него встроенные аккумуляторы. Вот, в инструкции я, по крайней мере, не нашел ни мощности этих аккумуляторов, ничего. Внутрь я, естественно, пока что еще не лазил, потому что не приходилось. Вот. Ну, в комплектации с данным фонарем идет, вот, во-первых, вот такой провод с выходом на микро-USB. И у него есть солнечная батарея, которая подзаряжается, вот, в режиме, ну, в светлое время дня и суток. Вот. Заряжается, то есть его можно, подключив сюда микро-USB, спокойно включить в автомобильный прикуриватель, где есть выход на USB. Вот. И также данный фонарь можно использовать как аккумулятор для подзарядки телефона, что иногда очень пригождается, когда машина сдохла, ты где-то залез или нету переходника, можно, то есть, включить сюда USB и спокойно подзарядить свой гаджет. Вот, конечно, я так думаю, это недолго, не намного, но иногда это очень сильно пригождается. Итак, понравился данный фонарик. Модель у него, кстати, HB6609. Он есть у нас уже на сайте. Ссылочку вы найдете в конце видео. Понравился фонарь, его вы можете найти у нас на сайте. Понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.